Здравствуйте, ребят. Долженько шла вот эта мне бандеролька, видите, 56 дней, 2 доллара она стоит. Уже кроме того, что я вот это заказал, думал я так, что оно и не придет ко мне, вот эта вот штука. Но я уже получил новое. Ну, в общем, сейчас открою, покажу, что же я там заказал, и так долго мне шло. Но это не вина продавца, вина где-то что-то, значит, пошло не так с почты. И, ну, главное то, что оно пришло. Главное то, что оно пришло. А пришло вот что. Такая вот маленькая головка или патрон для дрели или для этого, как его, дремеля, можно сказать. Вот такая маленькая. Видите, закручивается. Я недавно рассказывал, вот кому интересно, там видео есть сейчас. Я покажу даже. Вот видите, откручиваешь, она раскрывается. Вот для такой отвертки, вот аккумуляторная отвертка у меня такая. Я выписал, где-то она у меня тут находится. Где тут? Так что ж ты не хочешь? Вот такой патрон, я недавно рассказывал, вот он, видите. А этот еще меньше оказывается. Вон оно что, смотрите, какой маленький какой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ля, я думал, этот самый маленький, а еще меньше есть. Значит, я там рассказывал, что вот этот патрон плохо удерживается. Вернее, вот этот. Где она тут сейчас? Отвертка моя. Плохо удерживается. Я потом разобрался уже, потом разобрался, что ну, вот этот патрон, как я показывал, он не очень хорошо тут держится. Ну как, он держится, но вот, все равно вынимается. Ну так он не выпадает, вот, видите. О. Потому что здесь шейка, он так не выпадает. Но если усилие, он, потому что вот здесь хвостовик надо будет взять, чуть-чуть подточить вот так вот. Он не сильно, не очень хорошо садится туда. А ну сейчас посмотрим на вот это вот. Тут, значит, хвостовик и вот это, видите, поменьше. Сейчас посмотрим, как же этот будет удерживаться. Ой, такой малюсенький патрончик хороший. А? Значит, отжимаем вот это. О, видите, как держится хорошо, потому что там, ой, какой замечательный, а? Вот это да, по сравнению с этим маленьким, для маленьких сверл, это исключительно, о, зажимать, и пожалуйста. Ну и сейчас давайте посмотрим, какое же максимальное сверло можно зажать в этом патроне. Ну, я так посмотрел, значит, вот это зажалось хорошо. Это сверло у нас будет диаметром, или будет, или есть диаметром, значит. Так, посмотрим. Значит, 3,2. Вот. Ну, здесь я смотрю, что можно даже, но у меня нету сверла 3,5. Вот, я думаю, что здесь можно и 3,5 свободно, вот еще ход есть, зажать сверло 3,5 миллиметра. Вот, ну и сейчас посмотрим самое, какое у меня есть тоненькое сверло. Меньшего диаметра, посмотрим, как оно будет держаться тут в этом патрончике. Ну, сейчас вот покажу, как это. Ну, сверлить я не буду сейчас, я там показывал, ну, зажал, да и сверли себе. Ну, вот оно, видите, смотрите. Не бьет. Я смотрю, что нормально сверло работает, все хорошо. Вот, теперь, значит, что мы сделаем? Сейчас я откручу и попробуем сюда вставить тоненькое сверло. Тонкое, тонкое, тонкое сверло. Как же оно зажмется? Здесь у меня сейчас посмотрим. Так, что оно? Ну, выходи, выходи. Вот оно, тоненькие сверлышки у меня. Ну, иногда бывает, нужно где-то печатную платку или что-то просверлить. Так вот, это у меня самое тонкое сверло. Сейчас посмотрим, сколько оно будет. Так. 0,9 миллиметра, меньше миллиметра. Сейчас посмотрим, как же оно зажмется в этом патрончике. Будет ли оно тут держаться? Ну что, отлично зажалось. О чем бы попробовать все-таки показать вам, как она сверлит. Где тут мои деревяшки?
Вот моя деревяшка. Значит, сейчас покажу так тоненько все равно, чтобы не поломать его. Ну, вон, видите, отверстие сверлит. В общем, это сверлит, все хорошо. Я доволен этим патрончиком. Так что, ребята, напоминаю, кому такой патрон надо, ссылка в описании внизу, можете перейти посмотреть. Вот. И также кэшбэк не забывайте, там тоже ссылка в описании. Благодарю вас всех за внимание. До свидания.